Лучшие операторы машинного доения чуваши соревновались в мастерстве. 19 работников молочной отрасли и один билет на всех во всероссийский конкурс. Республиканский этап состоялся на Молдыкосинской молочно-товарной ферме в Урнарском районе. В белых халатах и с рабочими инструментами в Урнарский район приехали лучшие операторы машинного доения со всей Чувашии. 19 конкурсантов – победители муниципальных уровней. На кону борьба за выход в российский финал, куда дважды выходила Екатерина Георгиева. Сегодня она не соревнуется, а дает мастер-класс по разборке и сборке доильного аппарата. Дальше стакан должен быть собран на одинаковое количество вот этих выемок. Тоже будет проверяться. Смену мы доим 850 голов. Родители на ферме выросли. Когда маленькие были, с родителями вместе ходили на ферму. Животные понравились, и осталось в селе. Доим коров. Руки помнят, говорят конкурсанты. Остается совладать с волнением, которое охватывало даже мужчин. В этом году в республиканский финал вышли двое доеров из Аликовского и Комсомольского районов. Впрочем, чьими бы ни были руки, от них зависит и самочувствие коровы, и даже вкус молока. Санитарные, гигиенические, там все условия, если выполнять все как надо, корова все равно будет здоровой. Молоко тоже качество хорошее будет. Все от этого зависит. Многое зависит даже. Испытания практикой продолжились в доильном зале молочно-товарной фермы. Жюри обращали внимание на соблюдение всех правил доения и на время выполнения задания. Профессионалы должны быть подкованы и практически, и теоретически. Участники республиканского конкурса должны показать знания теоретических вопросов. Вопросов анатомии, физиологии доения, технологии производства молока и охраны труда. Более 94 баллов больше всех набрала Наталья Ерастова из Янтиковского района. Ей предстоит уже в августе защищать честь республики на всероссийских соревнованиях в Башкирии. Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика.